Здорово, атлеты! Приветствую вас всех на своем канале. С вами Игорь Беляков. Ну, не буду говорить, что долго не было видео. Болел довольно-таки продолжительное время сейчас. Вот стал восстанавливаться и хочу поделиться с вами видео одной небольшой пирамидой. На перекладине буду выполнять 6 подходов, будет в режиме ММ. Пирамида. В общем, как она будет проходить. Вначале, ну, думаю, что такое ММ, я объяснять вам не буду, но на всякий случай секундомер для наглядности наложу затем на видео. В общем, вначале подтягиваюсь 5 раз, затем жду следующую минуту, подтягиваюсь 10 раз, затем еще одну минуту 15. После этого начинаю понижать количество повторений, то есть не сразу начинаю, а снова повторяю 15 раз в подходе, затем 10 раз и 5 раз. Всего 60 подтягиваний будет в пирамиде. Короткая такая тренировка, 5-минутная. Может, кому-то зайдет, принесет пользу. Так, я сейчас начну. Hey, check it. Hey, check it. Put the place up. Yeah, we know what we're made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser.
Вот такая, ребят, пирамида. Если вы чувствуете, что вам легко дается данная пирамида, можете еще два подхода добавить. Я вот к этому стремлюсь. То есть делаем не 5, 10, 15, а делаем 5, 10, 15, 20, снова 20, потом 15, 10, 5. То есть 8 подходов будет. И в сумме 100 подтягиваний, где-то за 7 минут. Тренировка данная направлена на совершенствование силовой выносливости. Особенно если небольшой вес добавить, как у меня вот 5 килограмм здесь, жилет, утяжелитель. Делайте такую тренировку. Ну, я обычно делаю вот в начале, пока свежий. После пробежки, сначала пробежку делаю, потом вот данную тренировку. Через день сейчас делаю ее. Затем я захожу домой, занимаюсь гантелями еще. Дополнительно отжимания выполняю. Вот, вот так вот, в общем. Вот такое короткое видео, ребят. Надеюсь, еще будут выходить они, ролики на моем канале. Главное — здоровье, ребят. Сейчас я его только восстанавливать стал. Вот. В декабре хотел выкладывать только ролики. Вот сейчас решил, думаю, дай-ка выложу. Все-таки, чтобы ребята не скучали, может, соскучились, может. Вот. В общем, если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Все.